Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю осматривать триал-версию Biohazard. Вот, 15 января 96 года. Сейчас. Заджил на сей раз. Путь новичка я показал, но один из вариантов путей. Теперь посмотрим другой вариант развития событий. Но придется заново все проходить, с самого начала. Ну, я ролик только выключу, пожалуй. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Так, ну что ж, начинаем заджил вновь, но на самом... На этот раз мы... Бежим к Кеннету. What? What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Так, забегаем вот сюда. Так, ну тут должно быть все закрыто. Ну да, здесь требуется отмычка, это понятно. Ну что ж, давайте посмотрим. Ролик без цензуры. Ну, с двух патронов лег. Это вообще никуда не годится. Так, и берем у Кеннета три гранаты. Это круто. И выходим к Берри в столовую. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Да, музыка почему-то продолжила играть. Забавно. Так, давайте я возьму вот эту ленту. Я так и не проверил, зажил. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Нет, обратно мы вернуться не можем в столовую, но мы можем подняться на второй этаж. Как альтернативный осмотр.
Но тут все двери должны быть нам недоступны. Пока что. Все равно уйти мы никуда не сможем. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Так, берем отмычку. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Ничего себе, странные звуки были сейчас. Так, ну нам надо сейчас вернуться в столовую. Пойти сыграть на рояле. Да, только я эмблему-то должен в другом месте был взять. Ну ладно. Может быть, тут просто достаточно сыграть на рояле. И, кстати, обратите внимание, тут меня игра спрашивает, да или нет. А если нет, то ничего не, и не произойдет. Забавно. Проход открылся. Надо пойти сходить за деревянной эмблемой. Тут я немного протупил. Берем деревянную эмблему и пошли менять. Thank you.
Первым делом сразу возьмем ключ от змеи. Так, возвращаемся в столовую. На второй этаж сейчас и идем к Форесту за базукой. В принципе, уже должно сработать. Так, сделаю тут квиксейв на всякий случай. Jill! Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. It's Forest. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Can you look around the first floor, Jill? Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Так, ну вот, берем базуку, нам Берри ее дает. I can't believe, он разве в финальной версии это говорил? I can't believe. По-моему, нет. Сравнить будет. Кстати, Берри исчезает сразу же. Нет. О, сейчас вообще ничего не говорит. Так, ну у нас уже есть базука. Мы можем, в принципе, нам первый этаж сейчас не нужен. Давайте зарядим базуку. И пойдем вот сюда сразу. Давай, подходи. Хороший эффект. Голова сразу отлетела. Давай, второй, подходи сюда. Есть.
решил не мелочиться в этом прохождении. Дотратил базуку. Так, ты готов? Он готов. Так, ну туда нам не попасть. Ладно, спускаемся вниз. Патронов нет. Здесь у нас дверь закрыта будет. Да, с другой стороны. Берем химикаты. Убираем спрей, ленту и базуку. Да, мы не получим кислотные гранаты просто так. Уже. Да, патронов нету. Тут уже какой-то путь выживания я выбрал. Окей, с трех патронов я его повалил. Да, вот сейчас у меня дефицит в патронах образовался. И мне ничего не остается, как идти к собакам. Надо было сразу идти сюда. Так, там у нас нет патронов, там лента только. А, нет, там есть. По-моему, на земле я. Ах ты. Да. Вот, кстати, магазин вот тут на полу лежит. Финальной версии его тут не было. Вроде живем пока. Так, ну я схожу, все-таки еще один магазин возьму. Убив собачек. Зажигалку. Надо взять, конечно. Живу.
Так, возьму еще один магазин. И даже еще один возьму. В ванной комнате. Дробовик я не смогу уже взять, Джилл Сэндвич отменяется. Я сейчас это даже продемонстрирую. Если место будет. А, нету места. Ну ладно. Хотя нет, подождите-ка. Есть место. Вот я сейчас покажу, почему сцена уже не получится. Если встретился с Берри у Фореста, то эта сцена уже не возникнет. Допустим, я беру дробовик. И попытаюсь выйти. Но, видите, меня игра сразу пускает сюда. Это значит, что... не получится. Окей. Позже возьмем дробаш. Будем пока с пистолетом выживать. Так, ну давайте-ка убьем тогда вот этих вот. Ой-ой. Так, ну тебя я зарежу. Правда, живучий гад. Так, я хотел убрать зажигалку, потому что она мне явно не сейчас нужна еще. Да, я сделал целый круг, не очень умно. Насчет ножа я не уверен. Ладно, пусть пока у меня побудет. Так, ну все, пора идти в другое крыло. Готовы. Я не буду эту статую толкать. Книга по ботанике мне явно не нужна.
Живучий оказался, 5 выстрелов выдержал. Сдохли? Да вроде бы. Так, ну спускаемся вниз. Надо идти за ключом. Так, ты живой, что ли, еще? Нет. Да, вот этот зомбак прям близко стоит. Ах ты, тварь! Поймал меня, гад. Живучий какой. Так, ну туда мне не надо. У меня патроны опять заканчиваются. Это печально. Так, трава можно взять, подлечить. А там, кстати, красная еще была, вроде бы. Чуть подальше, вот здесь вот. Так, ну давайте возьмем красную траву и сделаем смесь. Вот так вот. Берем ключ. Нам, кстати, надо взять сломанное ружье в этот раз. Так, ну, сперва возьмем магазин. Сломанное ружье. И в ящике патроны. Для дробовика. Вот так вот. Тигру нам не надо. Стоп. А я что, отмычку выкладываю? Нифига себе. Да. Зачем я это сделал? Ну ладно.
Можно, кстати, вот сюда заглянуть. Все-таки голоса у зомби тоже различаются. О, их тут двое. Так, ну тут, по-моему... А, у меня же нет отмычки. Погодите-ка. Так я же патроны брал. Ящик открывал. Ни хрена себе, у меня отмычка пропала. Вот это баг возник у меня. Забавно. У меня отмычка сломалась. Ничего ж себе. Дверь понятна. Да, не попаду я в этом прохождении в ту комнату. Ну ладно. Я пойду сейчас к Ричарду и принесу ему сыворотку на сей раз. Should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Так, ну что ж, бежим за сывороткой. Хотя, я не знаю, может быть, я зря это сейчас сделал. Но сейчас посмотрим. Я просто еще хотел одну сцену показать. Возможно, я уже ее упустил. Надеюсь, что нет.
Так, ну я уже почти рядом. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... Jill, be careful. Be careful. Ричард два раза говорит. Слово be careful. Так, а я пойду проверю, не сломал ли я... Ну, могу ли я встретить Берри в одном помещении? Или уже не могу? Да, тут странный звук открывания двери. Нет, музыка затихла. А-а. Видимо, я все-таки неправильно сделал. Так, придется мне загрузиться. А где у меня был последний... Ага, перед дробовиком, да? Ну ладно. Сейчас переиграем. Немного. Так, а куда я шел-то? Ух, я еще химикат не применил. Да. Да, надо было сохраняться почаще, конечно. Надо было сохраняться. Ну ладно, сейчас переиграю. Не так уж много. Может, отмычка, кстати, уцелеет. А то как-то нехорошо получилось. Бежим в то крыло. Быстренько сейчас позачищаем. Может, даже не всех. Все-то мне и не нужны. Здесь мне только один всего лишь нужен. Так, ну, замечательно. Патроны еще есть. Да что ж такое? Вообще меня укусил в прошлый раз. Живучий гад попался.
Так, и здесь двое. Видел. Надо бы сохраниться. Короче говоря, отмычка у меня сломалась об ящик тот, где я патроны брал для дробаша. Зачем мне это шкаф? Ради карты, что ли? Да не нужна мне эта карта. Зачем мне это вообще все нужно? Надо взять сломанное ружье опять, патроны. Эх. Не тем путем я пошел. Так, ну давайте я сделаю квиксейв. Еще раз попробуем открыть этот ящик. И вот, она уже пропала. Видите? Странный баг. Не буду я ее тогда здесь использовать. Перебьюсь тогда без патронов этих. Так, пойду дробаш брать. Да. Я не тот путь избрал. Совсем не тот. Вообще, по-моему, не надо, там ничего ценного нету. Туда мне точно не надо. Здесь я уже был. Ну да, идем за дробовиком. Thank you.
Вот так вот. Так, ну а теперь... открывать оставшиеся двери. Конкретно вот эта вот дверь. Пока туда не пойду. Так, надо квиксейв сделать. Да, очень странный звук. Is that you, Jill? What's going on? How come you look so scared? Look at this. Да, и вот мы встретили Берри. Кстати, не играет сейчас музыка, да? Тревожная. What do you think of it? I've been thinking something is wrong with this house. Right. Hey, what is this? There's a page missing. Yeah. I thought about that too. Perhaps that was the most important part. Так, ну что ж, давайте возьмем. Первый гребень. Надо спуститься, убрать его в ящик. За вторым мне сейчас не пройти. Я бы пистолет убрал уже, я думаю, лишнее. Ну что точно. А, стоп, у меня два гребня уже разве? Нет, один. Так, пойдем решим головоломку со статуями. И потом опять к Ричарду. Выдвигаем статуи. И нажимаем на кнопку.
Отлично. Берем второй гребень. И идем к Ричарду уже. Теперь точно. Should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Так, ну что ж. Давайте еще раз быстренько сбегаю. Ну тут я уж не буду прям до конца в этой серии вставлять эмблемы там. Нет, мне осталось одну сцену проверить и все. Потому что все остальное точно будет на уже повтором. Ну и потом я введу чит-код на файлы и проверю вот эту дверь, которая... Где кодовая панель? Так, ну заходим за сывороткой. И несем ее. Товарищу Ричарду. Работает как и должно работать, разве что фраза Берри вот меня смутила. I can't believe, он сказал. Ну, возможно, так оно и было. Jill, here's my radio. You should keep it. Jill, be careful. Be careful. Ну, надо за ключом вообще сходить. О, кстати, у меня сыворотка осталась. Обратите внимание, я принес ему сыворотку, и сыворотка не исчезла. Так, а ключ находится в столовой. Да. Ну, я думаю... В этот раз, может, из дробовика убью эту змею. Точнее, прогоню.
убивается она гораздо позже. Мне хватит. Ну, по крайней мере, за Криса хватало. Там, кстати, можно спрей взять в комнатке. Это я помню. Надо только сохраниться. А то, что я опять забываю. Тут трава еще есть. Надо бы подлечиться. Двери открыли. Давайте вооружимся. Должно хватить, по идее. Этого боезапаса. Так, ну а тут мы еще возьмем спрей. Да, прям спреев что-то много раскидано. Один в ящике, один за картиной. Картины галереи. Так, ну давай, выползай. Че, еще живая, что ли? Охренела? А, все. Ровно 6 выстрелов ей надо. Так, я использую сейчас спрей, но не сыворотку. Иначе сцены не будет. Да, сейчас должна вот быть сцена. И все, больше мне нечего тут смотреть. Кроме кое-чего. Все, Джилл боец не теряет сознание. Твердо стоит на ногах. Ну, сыворотка вот у нас. Ну что ж, я вот на этом моменте сохранюсь тогда, потому что показывать больше нечего. А в следующей серии посмотрим, можно ли пройти за ту дверь, если файлы собрать, вот ввести чит-код на все файлы. Ну, а на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.